Всем привет, меня зовут Дима, я занимаюсь криптовалютами 2017 года, и сегодня хотел бы вам рассказать про ситуацию на рынке и что делать в такой ситуации. Значит, что касается биткоина, главной криптовалюты, то в последнее время, вот примерно там с августа, 13 числа, мы держимся на отметке 6-7 тысяч, то есть в диапазоне от 6-7 тысяч биткоин плавает. И никаких резких колебаний или какого-то роста не происходит. То есть, как мы свалились с декабря 2017 года вниз, так и висим на отметке 6000. Значит, в такой ситуации простое инвестирование не работает. И здесь спасает только трейдинг, то есть игра на волатильности, то есть колебаниях валют. Но что делать, если мы не трейдеры, мы в этом никак не разбираемся, но при этом хотим зарабатывать. В данной ситуации я бы хотел порекомендовать вам такой инструмент инвестирования, как блокчейн-фонд. Этот фонд существует уже несколько лет, и это реально зарегистрированная организация, в которой работают не только профессиональные инвесторы с опытом 15 лет, но и профессиональные трейдеры. Таким образом, успех данного фонда заключается в том, что он инвестирует не только в высокодоходные криптовалюты, у которых по фундаментальному анализу хорошее будущее, но и также играет на волатильности валют, тем самым приумножая вложенный капитал многократно. Несмотря на серьезный подход данного блокчейн-фонда к инвестированию, работать с ним очень просто. Вы сначала регистрируетесь, инвестируете в своем личном кабинете и получаете прибыль. То есть при возникновении каких-либо вопросов вы всегда можете их задать в онлайн-консультанте, который вам мгновенно ответит. У данного фонда несколько инструментов для инвестирования, но об этом подробнее в следующих видео. Обязательно ставьте лайк этому видео, спрашивайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. И все, всем спасибо за просмотр, инвестируйте правильно и всем пока!